15 горячих клавиш, о которых вы не догадываетесь. Думаю, у каждого из нас есть друг или коллега, чьи навыки владения компьютером могут заставить вас чувствовать себя неандертальцем. Стоит ему прикоснуться к мышке, и на экране сразу же начинают мелькать различные окна и программы, а его пальцы при этом молниеносно перемещаются по клавиатуре. Параллельно ваш товарищ находит время, чтобы поболтать с Siri или Cortana, или вообще может стримить видеоигры. Здесь нет никакой магии, просто ваш друг знает про горячие клавиши, и вы тоже можете познать эту тайну. Начнем с навыка, которым должен обладать каждый компьютерный маэстро. Номер один. Создание виртуального рабочего стола. Представим, что вы весь день напролет работаете над проектом или исследованием, но вдруг вам понадобилось выполнить другое задание. Открыв новую вкладку или окна, вы рискуете замедлить или вообще нарушить работу. Для этого вам пригодится чистый рабочий стол. Просто нажмите клавишу Windows, Ctrl и D, или клавишу Ctrl и вверх, если у вас Mac. Перед вами возникнет новый рабочий стол. Вперед, используйте его! 2. Перемещение между виртуальными рабочими столами. Хорошо, но куда подевались результаты вашего труда, над которым вы так долго работали? Они исчезли навсегда? Без паники, они надежно спрятаны. Чтобы вернуть их на место, нажмите клавиши Windows и Ctrl или кнопку Ctrl на вашем Mac. Вы получите возможность перемещаться между виртуальными рабочими столами, используя клавиши со стрелками. Когда вы закончите с дополнительным заданием и будете уверены, что рабочий стол вам больше не понадобится, вы сможете закрыть его, нажав кнопки Windows, Ctrl и F4. На Mac просто удерживайте клавишу Option и нажмите на крестик, который появится на любом из рабочих столов, чтобы закрыть его. 3. Свернуть окна и вернуться на рабочий стол. Когда открыто слишком много окон, но вам нужно именно то, что скрывается позади всех, вам вовсе не обязательно закрывать все окна одно за одним. Вы можете свернуть все окна одновременно, нажав клавиши Windows и M. Чтобы мельком взглянуть на рабочий стол, просто нажмите клавиши Windows и запятую, или клавиши Command и F3, если вы пользователь Mac. Это очень удобно при работе с информацией из виджетов, или если вы хотите на секунду прерваться и взглянуть на пушистых котят или умиротворяющие зеленые поля, изображенные на рабочем столе. Ах! 4. Запуск приложений из панели задач. Если вы хотите получить оперативный доступ к наиболее используемым приложениям, добавьте их на панель задач. А чтобы ускорить вашу работу еще на порядок, используйте следующую комбинацию. Нажмите клавишу Windows и клавишу с номером от 1 до 9. Каждая клавиша с номером соответствует приложению в панели задач. Она позволит вам запустить нужное приложение. К сожалению, подобного решения для Mac не существует, но мы уверены, что пользователи Mac и без этого довольны его невероятно удобной навигацией. 5. Разделить экран для двух программ. Хотите фокус? Попробуйте вот что. Запустите приложение, которое вам нужно, и нажмите клавишу Windows и стрелку влево. Затем откройте другую программу и нажмите клавишу Windows и стрелку вправо. Два окна поделят экран поровну. Нужно проверить доклад, сверяясь с источником? Без проблем. Работать в Photoshop и смотреть видео на Adme проще простого. 6. Переключение программ. Существует несколько способов переключаться между разными приложениями и управлять ими прямо на рабочем столе при помощи горячих клавиш. Нажмите Ctrl, Alt и Tab, и вы увидите список программ, запущенных на вашем ПК. И снова Mac лидирует в навигационном противостоянии. Здесь все проще. Нажмите Ctrl и Tab. Еще один способ открыть данное меню — нажать клавиши Windows и Tab.
появится эквивалент маковского Mission Control – панель представления задач. С ее помощью вы получите более широкий доступ к окнам и рабочим столам. Это гораздо удобнее. И, наконец, сочетание клавиш Alt и Tab или Command и Tab для Mac позволит переключаться между программами, не открывая их, будто перед вами колода карт. Если вы работаете буквально в нескольких окнах, этот метод для вас. Номер 7. Управление процессами и устранение неполадок. Давайте устраним все неполадки. Для этого прислушайтесь повнимательнее. Вам это обязательно пригодится. Все мы сталкивались с такой ситуацией. Одна из программ зависла, с ней ничего не происходит. Даже если вы будете плакать, умолять или попытаетесь подкупить ее, чтобы избежать перезагрузки и потери всех данных, попробуйте использовать эту комбинацию клавиш. Ctrl, Shift и Escape. Или Command, Option и Escape на вашем Mac. Так вы откроете диспетчер задач и сможете отключить любую программу, которая неправильно функционирует или совсем не отвечает. Не так страшно потерять данные из одной программы. Хуже потерять данные сразу из всех приложений. Номер 8. Запуск проводника. Вам не нужно устанавливать все приложения одновременно, чтобы работать быстрее. Существуют также стандартные приложения, встроенные в систему, и есть простой и удобный способ получить к ним доступ. Нажмите клавиши Windows и E, чтобы запустить проводник на вашем ПК. Для пользователей Mac это Finder. Номер 9. Использование экранной лупы. А вы когда-нибудь мечтали стать одним из персонажей теледетективов, способных найти все, что угодно на картинке, независимо от ее размера? Увеличь изображение в 10 раз. Да, вы можете сделать это очень просто на вашем компьютере. Нажав одновременно клавиши Windows, плюс или минус, вы запустите приложение «Экранная лупа». Это позволит вам увеличить часть экрана, на которой расположен курсор. Такая же функция есть на Mac, но вам нужно использовать комбинацию Alt, Command, плюс или минус. Однако не надейтесь увидеть сцену преступления в отражении сережки или нечто подобное. Десять. Сделать скриншот. Вам удалось обнаружить улику? Лучше это зафиксировать. Нажмите клавиши Windows и Print Screen, чтобы незамедлительно сделать снимок экрана и сохранить его в папку изображения на жестком диске. Вы также можете сделать скриншоты на Mac, одновременно нажав кнопки Command, Shift и 3. Здесь все еще интереснее. Если вы нажмете 4 вместо кнопки 3, то сможете выбрать часть экрана, которую хотите сохранить, или вообще сделать скриншот отдельного окна. Номер 11. Центр уведомлений. Работа с Bluetooth, подключение к оборудованию вашей сети, использование ПК в качестве точки доступа Wi-Fi, активация уведомлений. Множество функций последних версий Windows доступны в одном месте — в центре уведомлений. Чтобы получить к нему доступ, одновременно нажмите клавиши Windows и A, а пользователи Mac всегда могут найти центр уведомлений в правом верхнем углу экрана. Двенадцать. Доступ к настройкам. Если вам нужно внести незначительные изменения или получить доступ к расширенным настройкам вашего ПК, вы легко можете это сделать. Просто используйте комбинацию клавиш Windows и I. 13. Вызвать Cortana или Siri. Диспетчер задач, опытный исследователь, организатор или интересный собеседник — все эти роли сегодня выполняет встроенный ассистент. Siri и Cortana сделают все для вас. Вы можете вызвать их всего одним прикосновением. Чтобы Cortana услышала вас, нажмите клавиши Windows и C. Чтобы пригласить Siri в macOS, нажмите Command и пробел одновременно. Привет, Siri!
Номер 14. Использование игровой панели Windows. Итак, вы трудились весь день в многочисленных приложениях и окнах. Наконец-то вы дома. У вас есть время расслабиться и насладиться игрой. И вот настал тот сладкий момент, когда вы победили в финальной схватке с боссом или эпично сразились с друзьями в онлайн-игре. Ах, если бы было можно запечатлеть эти моменты. Это возможно. Все, что нужно, есть функции «Игровая панель» на вашем ПК. Чтобы запустить ее, просто нажмите клавиши Windows и G, а затем включите запись. Но это еще не все. В игровой панели есть комбинация клавиш, которая способна включить и выключить запись. Просто нажмите Windows, Alt и R. Вы также можете запустить стрим, нажав Windows, Alt и B. В macOS есть аналогичная функция записи видео, которую очень просто использовать. Нажмите Shift, Command и 5, чтобы запустить запись видео в QuickTime Player. Блокировка компьютера. Скажем, вы делите один компьютер с членами семьи или коллегами, и вы потратили целый день, пытаясь подобрать лучший подарок для вашей мамы. Или просто отлынивали от работы и не желаете, чтобы об этом кто-то узнал. Вдруг вам внезапно потребовалось отойти, и вы не хотите, чтобы кто-то совал нос в ваши дела. Вы можете легко заблокировать вашу учетную запись. Просто нажмите клавиши Windows и L или клавиши Shift, Command и Q на Mac. Однако убедитесь, что вы установили пароль и помните его. Круто, правда? А какие горячие клавиши позволяют вам работать быстрее с компьютером? Расскажите нам в комментариях. Поставьте лайк этому видео, отправьте его друзьям, а также подпишитесь на Эдми, чтобы всегда быть на яркой стороне жизни.